Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в пленарной сессии «Пространство будущего. Северокавказский макрорегион» под председательством вице-премьера России Александра Новака. На площадке сессии собрались руководители федеральных органов власти и главы регионов СКФО, представители госкорпораций и бизнес-сообщества. О перспективах развития округа и точках роста рассказал вице-премьер Александр Новак. Он дал характеристику экономического и инвестиционного потенциала субъектов округа с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Через слово я хочу предоставить главе Республики Карачаево-Черкесия Рашиду Борисовичу Тимрезову. Рашид Борисович, я думаю, расскажет о уникальном горнолыжном курорте Архыз, который занял первое место в этом году по посещаемости, по своему развитию. В 2011 году по тому же курорту Архыз, когда там не было ничего, это было просто действенное ущелье. И вот сегодня, в прошлом году, его посетило больше 1 миллиона человек по итогам 2023 года. Вообще Карачаево-Черкесию посетило 2 миллиона 100 тысяч человек за 2023 год. Это Домбай, Тиберда, Кислые источники, Архыз, соответственно. Вот. И, конечно, здесь при той очень серьезной, мощной совместной работе правительства Российской Федерации, команды Минэко, команды Кавказ-РФ, конечно, региональной команды, мы бы этого всего не добились. Но все это благодаря тем поручениям, которые Владимир Владимирович Путин дал еще в 2009 году. Сегодня мы видим с вами результаты. Хочу сильно поблагодарить президента Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, лично вас, опять же команду Минэко за очень главный для Карачаево-Черкесии проект. Я считаю, что на сегодняшний день он самый главный. Это строительство аэропорта.